Так, вот такой вот кусочек работы сделал. Людям в сарайчике. Ты сделал людям в сарайчике. Летняя кухня. Вот колодец такой. Плохо снимать, все сильно близко. Потолок будет подшиваться. Как-то так. Солнце плохо видно. Копанка или накопитель воды.
Будущий скульптор. Папина помощница. Первая работа. Делаем ботинок или сапог. Начинающие художники, скульпторы, папины помощницы. Карина. А это эскизы от мастерской Колесникова. Вот такие вот работы можно делать дома. Они не требуют много затрат, материалов. И, ну, кто хочет реализоваться себе как скульптор, художник. Вот смотрите, какие грибочки, и на гуслях там, и какой-то вот дедушка. Вот какие геометрические цветочники. То есть на любой вкус можно пытаться себя реализовать. И вот видите, и подковку сделал, под металл. А это можно у себя во дворе сделать, ну, песочницу для детей в виде такой черепахи. Она не требует там громадных знаний архитектуры, там, скульптуры художника. Ну, вот собачка. Собачка – это такая сложная, интересная. Но если такую работу сделать перед двором, то соседи и люди будут проходить и радоваться вашим работам. А это грибная семья. Смотрите, гляньте, какие интересные наработки от лучших художников мастерской Колесниковой.